Всем здравствуйте, дорогие друзья! На связи Ильнар Мухамедзянов. В этом видео я расскажу о том, как можно, какие есть способы, в принципе, связаться с теми партнерами, которые зарегистрированы в вашу структуру. Ну, допустим, в первую линию или даже во вторую линию. Тут есть несколько фишек, в принципе. Так, в разделе «Партнерам», соответственно, мы прокручиваем страницу вниз. И вот здесь вот у нас есть партнеры первого, второго и так далее уровней. Допустим, я хочу посмотреть, кто у меня зарегистрировался в первой линии. Соответственно, открываю этот, нажимаю эту кнопочку, открываю дальше и вижу, сколько, кто у меня зарегистрирован. Соответственно, мы здесь имен и фамилии не видим. Итак, как же с ними связаться? Ну, во-первых, можно связаться по социальной сети Facebook, если они указали ссылку на свой Facebook. То есть видим, да, у некоторых моих партнеров указан Facebook. Соответственно, я перехожу на Facebook, нажимаю сюда, вижу регистрацию и, соответственно, могу связаться с человеком по Facebook. Написав либо личное сообщение, соответственно, либо написать личное сообщение, добавиться в друзья, там уже далее перейти, допустим, в Skype. Это первый вариант. Что делать, если человек не указал свои социальные сети? Тут, в принципе, есть такой вариант. Допустим, у каждого из них, они когда регистрируются, указывают свой email. И здесь эти имейлы, в принципе, указаны. Наводим на конвертик, нажимаем правую кнопку мыши, выбираем копировать адрес электронной почты и, соответственно, можно уже просмотреть этот электронный адрес и написать, допустим, письмо человеку для дальнейшей связи, там, написать ему свой Skype, там, написать свой WhatsApp либо телефон, чтобы этот человек вышел с вами на связь для разговора. Это, то есть, вот такой второй вариант. Есть еще один хитрый способ, в принципе, да. Допустим, вы же знаете примерно хотя бы, кто у вас должен регистрироваться в первую линию. Ну, допустим, если вы воспользовались там рассылками в Skype, то есть прошлись по списку контактов в Skype, то есть примерно должны представлять, кто должен зарегистрироваться. Для этого есть такая вот фишечка, в принципе. То есть обычно люди, допустим, когда создают там аккаунт на, в Skype, либо открывают почту, они используют один и тот же логин. В принципе, не все, конечно, но некоторые используют. Таким образом тоже, в принципе, человека можно найти. Вот, допустим, я скопировал, да, адрес электронной почты. Соответственно, вижу, написано Alex33. Ну, давайте попробуем в Skype по данному логину найти человека. Пишу Alex33. Как видите, человек, в принципе, указывал, видимо, один и тот же набор слов, набор букв и цифр. Соответственно, я с этим человеком могу связаться. Возможно, это не он. Поэтому я пишу ему личное сообщение в Skype, говорю, это вот ваш email или не ваш? Вижу регистрацию, вы регистрировались или нет? То есть вот в таком ключе можно спросить. Второй еще момент, что касается имейла. У многих бывает, в принципе, так, что в принципе, по имейлу человек, допустим, указывает имя и фамилию. Да? Бывает такое. Допустим, вот есть у меня, посмотрим, давайте сейчас я открою побольше. Были у меня такие регистрации. Ну, например, вот здесь вот копирую адрес электронной почты. И проверяю. О, Полтавцев. Вот я, в принципе, знаю этого человека. Зовут его Олег Полтавцев. Соответственно, я его найду сейчас в Скайпе и свяжусь уже с ним для дальнейшего разговора. Вот такие вот есть нехитрые способы для того, чтобы связаться со своей первой линией. Всем желаю больших успехов, больших чеков. На связи был Ильнар Мухамедзянов. Всем пока.